Арцвик – молодая исполнительница, которой уже есть чем похвастаться. Совсем недавно, например, в одном из залов Кремля она устроила сольный концерт, сменив несколько образов, в очередной раз покорив всех своих пением и полностью выложившись на сцене, певица все же нашла силы и ответила на вопросы нашей съемочной группы. Репортаж из Кремля увидим прямо сейчас. Концерт для артиста – дело ответственное, а когда он проходит в Кремле, тут вообще нервы на пределе. Недавно это испытала на себе молодая, но талантливая певица Арцвик. Друзья и коллеги всячески помогали девушке пройти этот непростой этап подготовки. Я звонила, говорила: детка, держись, детка, ты можешь. Так, собралась, что за лев, там, ну, по-разному, допустим, она: хочу спать. Я говорю: правильно, ложись, спи, тебе надо. Ну, в общем, вот так вот, ну, как я, как могла, в общем, как может это делать подруга, да, и близкий человек. Максимально старалась ее поддержать. Поддержали друзья Арцвик не только на словах, но и на деле. Самые близкие друзья и коллеги в этот важный для певицы вечер были рядом с ней на сцене. Они исполняли песни в дуэте и сольно, придавая вечеру домашнюю атмосферу и уют. Сегодня в концерте мы представили песню, которая была частью моего концерта в предыдущем месяце. Это был трибьют группы Queen, и мы представили «I Want to Break Free», самую, пожалуй, известную, самую любимую песню. Вот, мы спели ее втроем, спели с Арцвик, с Маргаритой Пазаян, ну и, в общем, я. Довольные зрители, довольные гости, и, казалось бы, чего еще надо, но Арцвик не привыкла смаковать успех. Она все время стремится к совершенству и работает над собой. Сегодня я исполняла песню «See Unstoppable» одна, и концерт просто суперский, с очень позитивной, доброй, теплой энергетикой. Мы желаем Арцвик новых творческих побед и больших концертов. И в стремлении к совершенству не забывать отдыхать и наслаждаться результатами. Я такой человек, который перфекционист такой. Поэтому для меня все равно все мало, мне все что-то не так, все что-то не хватило, все равно я всегда недовольна собой, недовольна всем. Ну, я могу сказать, сейчас было в целом хорошо, не могу ничего сказать, но есть к чему, и я буду стремиться, и это будет в дальнейшем, дай бог, еще.